друзья, я рад вас всех приветствовать на втором этапе чемпионата Краснодарского края по джип-спринту, трофи-спринту в станице Павловской. Это одна из моих любимейших трасс, потому что здесь очень интересный грунт, трасса лютая, длинная, кайфовая. Сегодня ее еще изменили, в общем, будет круто, но, к сожалению, есть один нюанс, мы сегодня не участвуем, не получается у нас, поэтому... Сниму все категории для вас, буду ходить на лайтах, рассказывать, описывать. То есть прям суетиться не буду, хочу эти два дня прям отдохнуть вот душой и телом, как говорится. Телом не получится, душой, я думаю, выйдет. В общем, давайте посмотрим, что у нас в техпарке творится, потому что тачек очень много. Итак, автомобили. Ребят, все нереально запомнили. А, вот он. Этот. Давайте с парнями познакомимся. Это у нас категория Стандарт Про. Тук-тук, можно к вам? Здрасте. Добрый. Вы с какого города? Горячий Ключ. Горячий Ключ. Как вас зовут? Николай. Николай. Меня зовут Коля. Ну, вопрос в том, что я не водитель, не штурман, я болельщик. Ну, представитель команды все равно, уже хорошо. Коля, подготовили именно стандарт ПРО, да, то есть с блокировками, на Иштехно, смотрю, вся машина. Что сделано? Двигатель доработанный? Двигатель немного доработали, чтобы ехало. Иштехно уже увидели то, что стоят. Привода вся. Ерунда. Колеса 29-е стоят. Ну, все по регламенту, в общем. Не более чем по регламенту. Машина подготавливалась именно в стандарт ПРО, не более. Скажи, как у вас первый этап прошел? Мы видели, часто вы проезжали, но по местам, по-моему, вы ничего не заняли. Первый этап прошли 9 кругов. Предварительно заняли второе место, но не записали пару кругов. Угу. Нужно, да. Поэтому камеры в машинах камеру нужны. Камеру не вешали, камера будет в дальнейшем сегодня также. Ну, это все опыт. Да, не более. Все, удачи твоей команде и вам с подготовкой. Вопросов никому нету. Все, отлично. Это главное. Прикольные сиденья. С торпедой. Кто не знает, это отчет кругов штурману, потому что в гонке забывается, а так оторвал и уже знаешь, сколько проехал. Прикольные, очень красивые сиденья и очень глубокие. Похожи на ультру, модные ремни, прям спортивные, как чистенько-то, вот, закрытый аккумулятор. После переборки прошлый раз дымило, мы устранили проблему, в поршнях было. Ага, еще и перебрали, нормально, нормально, жирнющий просто радик, надо в лес такой прям с кайфом. Ну, здорово, чистенько, аккуратненько, спасибо, пойду дальше. Автомобиль Зебра, Рамис. Что-то интересное у него здесь сделано. Смотрите, у Рамиса поставили ограничитель хода на передний рычаг. Вот это да. Вот это да. Прикольно. Это чтобы не ломать, я так понимаю, чтобы не было больших углов, не ломать палки. Ну, я, да, у меня уже этот, у меня даже бумажка есть. Прикольно. Так, Серега, 022 охотник. Парень занял призовое место в СКФО, так что едет хорошо. Красная Веном. Знаете, автомобили многие видели, если что-то интересное увижу, буду рассказывать. Шаман. Это все местные автомобили. Велес, Ростовская область. УАЗ, Ростовская, Николай. Вот парни исправили свои технические, то, что у них заварено, все было, все поставили, штатную оптику, как и должно быть. Было предупреждение вынесено на первом этапе, все сделали. Арзик, Невасик, это ремзона команда. Вот эта Toyota мы видели в UFOT, пожеванная машина. Тогда она была целенькая, прям гражданская, так сказать. На ней по городу ездили, сейчас, как вы видите, жизнь она увидела сполна. Каркас имеется, штатный салон, а, ну, кроме сидений, шноркель даже вывели, молодцы, прикольно. УАЗ лютый. Ну, машин много, не про все буду рассказывать, потому что времени не успеем. Там вон еще кто-то даже стоит, зубастик колеса откручивает, да, есть возможность перекрутить на чужие, пока никого нету в техпарке, да? Че там, как дела? Нормально, приветствую. Приветствую, приветствую. Пушка готовится.
Ой, как резина. Леха, ты где так порезал? Это мы когда шлупились. Ага. У нас это загнулось крыло и попорезало. Ясно. Всем привет. Да. Леха, что, как тебе из КФО? Из КФО отлично. А, Лехе дали первое место, но потом Леха посмотрел, там один круг ему лишний написали, да, и получается, да. Леха... И мы запутались. И... Да, все запутались, и вообще Лехе дали первое место, но потом Леха, честный парень, позвонил организаторам, пересмотрел камеру и сказал... 9 у меня кругов, не 10, да. Заберите у меня первое место. Но зато уважение всего Кавказа у тебя выросло сразу на... И получили большой опыт и мы, и организаторы, чтобы в следующий раз они тоже внимательные были. Да, да, да. Это очень важно, записывать все эти результаты, самому следить за этим, ну и проверять организаторов. А так тоже все Нивовское, все по штату дополнительный радиатор. А, или подожди, это не радиатор. Это масляный... двигателя и гидроусилителя. А, вот оно как. Ничего себе. А, тут два получается, да, стоят. Да, да. Круто, круто, чтоб не перегревалось. Здорово. Ясно, пошел дальше. Удачи в гонке, будем следить. Настоящие болельщики — это мы. А вот там вот люди — это не настоящие болельщики. Вот все эти тысяча людей, которые тут. Вот, это вот за кадром, когда кричат, вот там, а, пушка, давай, и вот это, да, и зубастик, пушка, да, это вот пацаны из Успенской, получается. Так, в смысле поехали? Кто поехал? Гонка поехала? А я вам тут про техпарк рассказываю, там уже стандарт вставал, ну ничего, КБР, как всегда, мощные пацаны, приехали. Мишаня, ты водила или штурман? Штурман, бывший автомобиль Титан, потом же он Лютик, теперь, как вы назвали вот это вот? Валюточная Панамера. Панамера, нормально, черная должна быть. Панамера, нормально. Шилка на связи, как говорится, Мамба. Из Краснодарского края машина. Это штурман в этой машине будет Саша, который ездил на Злой Зае, УАЗик такой, так что теперь Сашка... Штурман, автомобиль новый в чемпионате, еще мы его не видели, Нива открытая, все по регламенту, все прикольно, но здесь машину недавно купили, ну, кто знает, тот поймет, да, то есть в Ниве открытой такая лебедка, это прям жир, жирный жир. Здесь стоят у нас Адамян, это уже спортсмен с бешеным опытом, Аватар на новой прошивке сегодня будет лупить по полной. Умка, красавчик, первое место в СКФО занял на этапе. И анапские пацаны, 4x4 Анапа, переходите к ним на канал, ссылки будут в описании. Пацаны очень прикольно делают видосы и очень круто едут. Спасибо, Костя! Ну, мне нравится ваше спокойствие. Я посмотрел видос, как вы общаетесь друг с другом, я бы Костика уже давно послал. Просто такое, я не знаю, на каких вы антидепрессантах. И что вы там кушаете? Ржать пробовали? А? Ржать пробовали? Ржать? Да, смеяться. Много, сильно, во весь голос. Да, но... Это весело, их пропускай. Я понял. Нет, все равно пацаны едут круто, тем более, как вы видите, они пришли из трофи, из ориентирования, и у всех обрезанные машины, у них еще машина по заводу, поэтому пока не режут. Диски мне нравятся, ой, как нравится. Так, удобная. Здесь у нас категория Туризм Лайт. В этот раз был, то было 5 представителей. Сегодня будет, по-моему, вот это вот все стоит Туризм Лайт. То есть очень большой кворум. Псих, это все майкопские пацаны. УАЗики, Услабинск. Нива на Шеснаре разрешено. Тоже Услабинск. Туризм Лайт. Сделали замечание, будут фары наваривать. Здесь красивый автомобиль. Цвет прям уф, вышка. Борода. Первое место занял на первом этапе в Туризм Лайт, тоже на легких дисках. Очень красивая, подготовленная, такая вот прям нализанная тачка, вот прям кайф. Для гонок самое оно. Нивасик, Крокозябра, Сочи. Это Арут приехал к нам, сочинский представитель. Колеса, кстати, по-моему, поменял. Не видел еще пацанов. Понял, машина, что их. И здесь автомобиль Тигр. Так, ну что, давайте, мы ради гонки здесь собрались, поэтому приступаем к трассе. Так, категория стандарт. Сухая трасса, видно по машинам, адская колесница. Опасный в натуре, опасный, капот скоро потеряет.
Усть-Лабинские пацаны на новом УАЗике вчера только из салона забрали, даже номера не получили. Ейск догоняет. Бродяга. Темп имеет. У Люцифера тоже проблемы с капотом у всех. Видимо, очень сильные перепады. Так, это у нас Татек с флагами. Темп приличный, но машины чистые. Лайба. Ну, так как воды сегодня нету, все едут отлично. А дядя Коля сегодня не на мажоре, не на маэстро на своей машине. С утра почему-то пошла вода в хату. Поменял машину на карбюраторную. Макс темп имеет. Слепыш. Красавцы. Так. Лабинские пацаны. Спортивная. Ой-ой-ой, сейчас будет прыжок. Штурман кричит газ, ему мало. Енот. Горячий ключ. Агротехник. КГБ 21. Отличные номера у машины. Тут злое место. Многие прыгают. Ох! Почти. Почти перевернули. Так, поставили новую рамку. Чтоб без флагов. Так, Люцифер, был контакт где-то. Татек опасно держится штурман, очень опасно. Если будет переворачиваться, не хотелось бы, конечно, но делать так не нужно. Так, это 07 Team, это армавирские пацаны, Жека. Лайба. Маэстро, давай, давай. Ай, блин, надо ближе. Правильная траектория. Лютый темп, очень-очень быстро. Но круг длинный. То есть где-то проходят минуты за 3-4. Это при том, что в таком темпе, я думаю, круг где-то 5 километров. Итак, все-таки грязь у них есть, и даже водичку пустили. Сейчас будет повеселее. А горячие ключевские пацаны прилипли конкретно на пузо. Но это все, это, ну, без вариантов ехать дальше. Я думаю, при таком темпе гонки никто их не остановится доставать. А вот сейчас мы посмотрим, что как будет происходить. Оп, извиняй. Боком. Нормально. Вот водичка была здесь нужна. Опасный. Ох, пацаны кайфуют. Лайба. Бочком. Маэстро на карбюраторной машине сегодня. Догоняет. Вот водичка появилась на трассе, сразу машины начинают подтраивать. Так, из препятствий у нас еще есть небольшая насыпь сухая и сухой подъем. Уже разбили. Трасса очень длинная. Так, проблемки. По-моему, повылетали пружины. А, оторвал тягу продольную. Сейчас мост развернется, еще и кардан оторвет. Это был маэстро. Енот в хорошем темпе. Нормально прошел. Опасный, с открытым капотом. Маэстро еще в гонке, но я думаю, это ненадолго.
Лабинские пацаны. Молодец, оттормозился. Так, едут. Начали прыгать. У Люцифера антишноркель. После водички начинает подтраивать. Так, темп. Борьба хорошая, прям. Армавир против адской колесницы. Аккуратничают, аккуратничают. Так, Лайба пока не уступает. Ну, почти попал в передачу. Макс будет прыгать? Нет. Не рискует. Опасный без лобового. И опять стоит на том же месте. Татек. Отлично зашел. Все, кто подписан на наш телеграм, инстаграм, видели, как Нургали на Кубке СКФО также боком заезжал. Там, где все лебединились, заехал своим ходом, но перевернулся, такую скорость привез. И вот люди сейчас напомнило мне, что люди стоят, и вот все боком заезжают. Очень нехорошо стоят, конечно. Но, тем не менее, это намного безопасней, чем люди стоят внизу на поворотах. Хороший темп у пацанов. А енот встал. У них, кстати, и на том этапе была проблема с выбиванием то ли раздатки, то ли передач. И мне кажется, сейчас на горке случилось то же самое. Как будто он с пятой передачи трогается. Еще немножко про трассу. Вот в том году вот это была Нива открытая. И там глубоко, а здесь мы выходили ходом. Выходили ходом сами. А тут еще взяли и накопали пацанам вот такую траншею. Ну, немножко неправильно. Бродяга сегодня не очень быстро едет. Люцифер, Сашка, после воды подтраивает, но потом... Нормально, прочихивается, едет дальше. Ай-ай-ай-ай-ай. Заглох? Нет, не заглох, но выбило, походу, раздатку. Дворники не работают, не видит, куда едет. Так, Лайпа все еще держит свое место. Но сейчас будет сложно, потому что они догнали ту двойку. И сейчас уже борются вчетвером, плюс еще и УАЗик. И сейчас приедет мощная четверка. Так, одну белую потеряли. Ах, Сашку! Санек едет! Красавчик! Вообще! А, это не Санек! Это было плохо! Это было плохо. Вот, нельзя торопиться, нужно вот в одном темпе держать. У Лайбы все нормально, но потеряли время на закрытие капота. Сейчас будет догонять. Если в этот раз такой трэш происходит в стандарте, то будет стандарт про. Нет, не было. Конкурсы для зрителей с рулями бегают. Молодцы. И Васик за ними там. На горку давайте, пацаны.
Итак, Стандарт Про готовится к старту. 22 машины сегодня. А я хочу вам показать, что сколько машины не готовь дома перед гонкой. Ее в любом случае надо тоже подшаманить. У пацанов пропало сцепление. Так, ну что ты, опять ломаешь машину? Секретные технологии. Вот, обваренная раздатка у него. Я, собственно, вот бежал только для этого кадра показать. Что, чинят машины, готовятся. Не, ну вы-то модные, вы-то чемпионы уже, да, эти блогеры, подготовленные. У вас там же ж мастера сами все делают, вы только приезжаете, вот чай попить. Да, да, да. Да, пацаны. О, якорь. Рабочая тема. Николай врывается в Стандарт Про. Он, юный оператор, бегает. Молодец. Видим новые автомобили Toyota. Вот Нивка. Первый раз я вообще вижу. Не знаю, кто это, чья она. Наши номера. Мягенько. Сзади А-образник. Резаная в сложную траекторию. Сложную траекторию. Очень тяжело. Очень тяжело, но прошел. Вот это да. Тигр. Цепляется где-то колеса у него. Тоже в сложную траекторию, но с таким темпом, мне кажется, не пройдет. Все. Сел. Нет, 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 все, резина. Все. Вот и прилип. Прилип на том же самом месте. Так. 15-й автомобиль. Павловская рулит. Спокойно, не торопясь. Надо газу набирать. Николай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чуть не лег. Так, Адыгея, Миша. Парни тоже ездили в СКФО и, по-моему, заняли тумбочку. Так, Тигр сидит на месте. Пушка! Наконец-то! Все его долго ждали, Леха! Ай, больно! Послушаем, как машина после воды. Она в последнее время у него воды боялась. Нет, нормально. Все четко. С машиной сегодня все хорошо. И это очень хорошие новости. Так, и Николай заканчивает первый круг. Сегодня будет растянутая гонка. Так, горячий ключ. Тигр готовится к эвакуации. Крепит трос. Но с таким темпом, хотя может кто-то и поможет. Еще один претендент на тумбочку, если тачка не подведет. И если попадет в передачу Саша сегодня, то до тумбочки доедет. Очень прикольно. Так, Николай поднимает немного темп. Поднимает темп. Веном. А, Веном, красная, точно, была. Обходит Адыгея Венома. И пушка тоже догоняет. Смотрите, как Леха заходит. Нет, Леха! Нас проехал Велес, а Леха чуть не сделал уши. Сухой грунт, ну кто-то ляжет, скорее всего. Так, горку пока будут проезжать. Там горка после воды. Сейчас ее еще проезжать будут нормально. Но как только намочат, пойдем туда. Toyota RAV4.
Ох, как быстро. Прыгучая подвеска, мягкая. И парни на второй круг. Блин, я не помню. Я знакомился с ними, я не помню, откуда они. Два колеса, горячий ключ, завалили вешку. Так, начинается, подтягивается по трассе Арзик, Адыгея. Напомню, что траектория, пушка догоняет, напомню, что... Есть обгон? Нет, не было. Три мощные Нивы. Еще одна. Охотник. Так, предлагаю перемещаться. Велес. Там уже помощь зрителей идет, Тигру достают. Хотел. Рамис. Двадцать два автомобиля. Так, пушка залетает на горку без проблем. Пока еще залетает, Арзик тоже без проблем. Будем называть его Франкенштейн. Давай. Велес, Ейск, Ай и Тойота. Тут уже подготовка совсем другая автомобилей. Шаман. Кыш. Ать закрыл траекторию. Пушка давно не было. Ай-яй-яй-яй, как больно-то было. Адыгея с подбитым. Бампером. Так. Дымит Кущевская, Арзик, Охотник. Ой, Кущевская прям очень люто дымит. Боком не справляется с управлением. Арзик осторожничает. И здесь 07. Когда-то был номер 07, теперь это 29 Джека из Армавира. Так, борьба лютого с Нивами. От зебры ничего не осталось. Просто кузов в утиль.
Вот для этого экипаж должен быть весь пристегнут. Сейчас в СКФО с этим очень сложно. Так, Лютый почему-то, теряя темп, его обходит горячий ключ. Лютый заглох. Отлично! Отлично! Вот эта гонка! Красавчик, Шамас. Саша, ты скажи, в следующей гонке в какой категории переворачиваться будешь? Ну, открыто, да, надо будет, да. Так она будет через час. А, то есть ты сегодня хочешь сразу два. Я понял, нормально. Пойдет. В этом году зимой. На Авито. Я потом вырежу. На Авито продается. Нива Бронто 20-й год. Не Вишина. Чистая автотека. Да, да, да. Нормально. Леха так и хочет перевернуться все. Вот теперь уже начинаются проблемки на большом подъеме, потому что воду туда таскают, а он, как видите, затяжной. На Тойоте спереди блокировки нет, разворачивается. Ну, как и в том году все было, так что идем туда. В этот сегодня сделали пошире. Так, очень опытный штурман Владимир. Видимо, греется малеха. Горячий ключ. Не зайти. Хорош, молодцы. Давай, вот так вот. Да, нормально. А где? На первой луже. Перед ним. Вот так пошел на газу и воткнулся. Зебра уши сделал через лобовое. Уже в группе в СКФО я скинул видос. И в СКФО, и в край. Ой, извините. Хорош, ой, хорош. По сложной траектории. Здесь без вариантов. Леха, пушка. Леха, Леха. Не, не хватает вращения. А смотри, смотри, смотри! Да, да. Зацеп поймал. Да, да, да. Кыш, который должен заехать, да, без проблем. Ейские пацаны. Не, не получается. Шаман сегодня на метле, прям дает ей. Ну и тачка едет. По своей траектории, но, наверное... А что, передок не крутит? Бля, ну если он на жопе заедет, это будет фантастика. Да, это... Давай!
Я понял. Так, оказывается, на Тойоте нету переднего привода. Ну ничего, кайфанул, трассу посмотрел, пощупал, как говорится. Это Вова, очень опытный штурман со своим пилотом. Вас как зовут? Александр. Ну если он на борт захочет, заедет. Да нет, это рядом надо ставить. Заходит по сложной траектории, у него без проблем это получается. Резин решает. Здравствуйте. Приятно. Давай, Лёшечка, давай, родной, давай, молодец, на опыте! Чисто на опыте! Резину надо отравить, ребята, резину надо отравить. Очень, очень накачанные колеса. Просто видите, как корова на льду получается. Без вариантов. Под рулем не получается. Охотник зашел, молодец. Там говорят, где-то тигр еще на бок лёгнет по этому. На повороте. Когда боком вот так ставит, уже без вариантов выехать. В общем, три машины, которые не могут прорваться. Так, Леха, сразу ходом. Нет, не хватает. А горячий ключ зашел. Причем на уверенном. Как там Коля залетел на УАЗике, да, между всех. Ну тут у злая резина. Ой. Хорошо.
Опасно боком так. Леха где-то ударенный уже. Кого-то догнал. И заехал. Только боком чуть уставляет, все, шансов нет. Надо ровно на 4 колесах. Че колеса не стравит, блин, на полных? Ну почти! Ой, Арзик, Арзик, Арзик! Молодец! Стандарт Про закончил свое выступление. Зебру потянули. Вот. Еще был один переворот. Ну, видели, да? Получается. И Лютый остался вот здесь на трассе, как тогда заглох. И все. А сейчас мы уже не спросим. А, да. Дядь Женя! Через лодку варим пошел. Зачем ты УАЗик сломал? Что случилось? Что, иди сюда. Что-то зажигание, брат. Что-то зажигание. Ну зачем ты его? Не чинило тогда. Это что? Ну там я внутрь же не залезу. Короче, заглох и все, да? Ну да. Ну я видел, ты встал после этого и все. И он так больше не завелся, да? Нет, дын, что-то... Отдача какая-то. Ну, короче, нет. Короче. Ну, в следующий раз первое место тогда должен. Да, по-любому. Стой. Вот это, два круга заснял. Да, я видел, как тебя зебра пыталась обогнать, но ты так не дался. Нет, я так не дался. Так он когда ж перелетел, это что он тебя пытался обогнать. Ладненько. Удачи. У Рамиза такого еще не было. Этот на коленках перед его машиной. Короче, сломался стабилизатор на кочках. Начал СРПМ бить по кардану. Ну, гулять туда-сюда. Отломило вот рабочий цилиндр висит и коробку там раскололо. В общем, технический сход. Ну, ничего. А, 5 кругов. Ну, вручную затолкали. А, ну, тогда не сход. Но... А, как тебе колеса, кстати? Едут очень хорошо. Я прям доволен. Да? Прямо... Ну, для леса, наверное, маловато, да, будет размер? Вот чуть-чуть бы побольше. Ну, для леса, да. Ну, для спринта само то, для охоты, рыбалки вообще за глаза. Ну, вот отлично. Единственное, асфальт она боится. Ну, как и любая такая. Ясненько. Это, если что, Лакессия. Итак, категория «Туризм Лайт». Сегодня у нас около 10 машин. Абсолютно новое место. Мы здесь даже не ездили. Переезжаю туда от гребень. И возвращаются на трассу категории «Стандарт Про». И уходят на большой перегон, и потом через гору туда. Идем туда, там интересно. Фокс 4 на 4, Услабинск. Шеснарь.
под капотом. Макс Саней. Chicago Bulls. Прикольное название для тачки. Прям круто. Блокировочки работают. Бачком. Кайфуют пацаны. По целине заезжает борода. Борода. Шлем не по размеру, малеха. Диагоналочка. Ляп. Борода там. И Сочи! Сочи! Дебютная гонка Варута. Шесталь тоже стоит, 30, там вторые колеса. Темп имеет. УАЗ, ЗЫ, из Майкопа, Остап и Псих. Вот он, вот он. Так. Нива, Вет. Догоняет. Ой, как круто. Такой звук неприятный. Это просто отсечка. Черная молния, город Ишлабин. Прикольно, у него подвеска работает на фолинке. О, какой фолинк, у него обычная палка. Нормально крутит. Так, Нисаям и борода. Блин, одинаковые белые Нивы, непонятно. Руха. Фокс 4 на 4, Усть-Лабинск тоже. Ну, подъем все без проблем. Нет, вот и сглазил. Не-не-не, надо полностью вниз. Они едут. Так, между УАЗиками расстояние увеличивается. Вет. Аккуратно. Ну, тут мотор хороший, я думаю, сейчас без проблем. В общем, я вернулся сюда, потому что самое более-менее такое место сочинский. Едут аккуратненько. Ну, догоняет потихоньку Макса. И УАЗики. И еще где-то один. Руха лебедит. Он включил камеру, братан. Это отлично. Наконец-то мы увидели лебедочки сегодня. Так, ну потихонечку. Так, отрос. Якорь принес. Отрос. Передай подписчикам. Честно, я с подъема подъем бегать похудел на килограмм 2. Но Сочи — это просто мощь, ребята. Мы проявим себя. Очень-очень рад, что приехали сочинские пацаны. Сам. О, держись. Да брось ты этот як. Ой, как нехорошо. Да уже лебеди его. Лебеди его, больше времени теряете. Есть же лебедка? Лебеди, больше времени теряете. Уже выбрались пацаны. Он еле спустился, а не поднимет. Пускай. Все, пацаны уже сразу. Нормально.
тянет. Он колею себе сейчас набьет. Сейчас будет. Так, ребятки, давайте, они сейчас начнут биться. Нормально. Вот мы Слабинские сами выскочили, красавцы. УАЗик. Мощные, мощные. Сочи, Сочи, Сочи. Еще разок. Арут, молодец. Опасно. А вот вет не заехал. Руль влево, у вас нет? Ура, лево, да! Лево, 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 лево! Борода за УАЗиком. Нет, не выехал. Помогай колесами, помогай. Медленная лесная, поэтому еще. Ай, ну держит якорь нормально. Ну, пускай. Категория туризм лайт. Во-во-во, назад. Не буду лезть. Назад! Не назад, пока. Рвани его, рвани! Вот. Это вам не шутки. Это да. Ну прикинь, пацаны, первый раз в гонке, у них эмоций сколько. Представляешь, как зарубились на этом подъеме. Почти все. Ну вот тот только вторую гонку. Этот первый раз. Ну борода, ну вот. Зачем? Куда? Ну ладно. Нехитрая позиция. Резина. Битва шестнарев. Шестнарей. Мощь. Серьезно. Остап нормально. Быстро, быстро идет. Наконец-то нормальные УАЗики в туризмах. Так, растянулись по кругу. Вет. Ой, как нехорошо подпрыгнул. Да-да-да, паренек, отходи. Отходи, я по краю буду. Отходим, отходим, отходим. Ань. Борода хорош. Слева отходите, если у вас получится. И залетайте на лицо. Отходите от психа. Отходим, отходим, отходим. Давай, 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 пускай закрывает. Ваня, трос кинь наверх и поднимай трос. Молодец, обошел Усть-Лабинск.
Адлерский, Адлерский. Не-не-не, пускай аккуратно. Давид. А что, опорвал, да? Чисто на лебедке. Лесная лебедка, низкоростная, и получается вот, вот так вот надо, вот, отлично. Пацаны без гарнитуры, первый раз, молодцы. Кайфа. Сашка еще ни разу не лебедился. Очень нехороший звук. Кардан? Подпрыгнули? Ремонт в полевых условиях. Самец. Понятно, что там? Уже выскакивал. Еще. Брат, виси. Мне кажется, его угол... Все, зашел? Молодцы. А все, они починили. У них просто короткий кардан, а сильно лифтованная машина. Или мост сильно вперед выдвинутый. Две минуты. Не, воды нету. А? Нет, две минуты ушло. Потерял две минуты, нормально. Сегодня, конечно, Нива открытая, будет лютая трасса. Очень много препятствий сделали. Light, так сказать, компенсировали за первый этап, сделали им легкую трассу, чтобы они больше ездили, чем лебедились. Но, тем не менее, гонка интересная. Трассу очень сильно доработали, расширили, подкопали местами, чего спортсмены не любят. Но, тем не менее, трасса интересная и длинная. Здесь и якорь хорошо работает, и грунт интересный, он такой скользкий, глинистый и сильно не копается вниз. Вот, и опять же, длинная хорошая трасса с настоящим рельефом. Ну, пару ям, конечно, подкопали, но тем не менее, все кайфуют. И сегодня, второй этап, точнее, не сегодня. Да. Смотри как, на электротяге, да. Борода. Бочком. Так. Орут. Сочинские силовики наши старые. Вот они. Давай рули! Блин, хорошо шьет.
Ой-ой-ой-ой-ой. Итак, категория Нива открытая. Началась. Первое препятствие по камышам. Там просто проезд, я не стал вам снимать. Вот и КБР. Там лебедится еще Коля. Опачки. Есть первый прилив. Все. Лебедка. Центр, центр, центр. Сейчас посмотрим, как другие едут. Умка на горизонте, без лебедки, как я понял. Так. Шевик, лебедка. Тут просто накопано еще. Я не знаю. Короче, это бывшая на Львивском. Ох, как. Сел. Семен, чуть центр бери. Так, Шевик проехал. Костя. Коля, 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 газу, Коля, газу. Занял траекторию, но получается сел в колею там, где сидела Шевроле. Да, злая ямка. Четко
интересно. Что осталось? Черная это мамба, просто мамба, не черная. Сейчас надо пройти. Воткнулись. Все, и прилипли. Но у них резина не сильно злая. Сам! На угол пускай, на угол! На свободной закусывает лебедку пацанов. В следующий раз не мордой утыкайся, чуть диагоналочку бери, потому что все сами выехали. Зубастик подъезжает, Адамян и не знаю, как машина называется. Знаю, что у нее лебедка гигилипин. А, Сашка за рулем. Нормально тут накопали. Зубастик. Ну глина злая. Сразу размотал лебедку длинную. Очень далеко прошел. Так же самое гиглипин крутит не быстрее, чем голда. Просто что барабан больше. Вот битва лебедок. Хорош! Мамба сама! Анапский экипаж закинул.
завершает кворум. 4 на 4 Анапа. Машина на карбюраторе. Если что, сообщайте, я скажу. Да, друзья, лужа здесь интересная. В принципе, круг я посмотрел. Я хочу пойти дальше по трассе погулять. Я сегодня один, чтобы показать вам все препятствия. Там много еще их. Хорошо проходит. Вот если, в принципе, по центру, то вариант, что все проехали. Ну, в смысле, сам можешь выехать. А вот на выезде, конечно, зло. Старается, штурман старается. Дамян выехал. Что делать? Ой, хорош! Ой, хорош! Без глушителя, ну ничего. После длинного перегона по трассе вот такая выкопанная ямка, и сразу после нее подъем. В подъеме переворот. Переворот. Штурман, нормально? А, у него оторвало амортизатор, вырвало от моста, получается. Ну,
А не так-то просто еще и машину поставить. Едет! Карбюратор пищит, но лезет. Если б не Сашина машина, второй бы лежал. О, аватар наконец-то. Давно Валеры не было. Движение начинается. По-моему, у Сашек что-то порвалось. Ну доезжай, ну ты ж... Вот и Валера. Видите, насколько медленнее темп? Но все равно хорош. Ой, молодец! Да, дай не прыгай! Хорош! Шилка молодец! Заднего моста нету. Тоже может быть раздатка. Сам центр, пробуй, сам центр. Да что ты... Да. Да, газу, Валера, газу! Да зачем перегаз... Блять, на одном газу надо. Ну ладно, покажу потом. Че, вы что-то порвали, да? Или жопу, или раз... Он начал прыгать, как прикосил. Сань, так нельзя на этой машине прыгать, ты че? Я выслепу, он видел, как прыгали. Раздатка или задний мост, да? Раздатка или задний мост? Скорее всего, раздатка. Задний мост я не думаю. Ну... Задний мост или я щелкнул, и блокировки на... Проблемка. Так, ну-ка, только что обе лужи... Прошел сам, без лебедки, и поехал. Умка сход, и там кто-то стоит, темная машина, не знаю. Тут, как всегда, веселье, аватар. Гризли сход вижу. Очень глубоко.
Нет, ты смотри, подъем другой. И тут сам подъем, как будто ты не выше стал. Что, будет сам пробовать? Надо. Ой, нехорошо. Ну, это чемпион, что сказать. А он плавает. Он, видишь, плыл и его... тяжело, надо выставиться было. Заглох. Так, заглох, видимо, с зарядкой проблема, потому что когда начал лебедиться, заглох. Ну и здесь стартер не работает у пацанов. А чё, зубастик опять без привода, да? Так, шилка. Заглох. Заводится и глохнет. Очень глубоко. Очень, очень, очень глубоко. Аватарчик родной. Должен сам. 608! Ой, молодец какой! Давай, давай! Валера!
траектория. А Нургали заезжает без газа, чтобы не стягивало. Потому что если он начнет крутиться, то его стянет справа. На малых оборотах. Просто молодец. Ты что, сам выскочит? Да ладно. Попытка номер. Пристегнулись. Теперь в регламенте СКФО обязательно, чтобы все пристегнуты были. Сейчас смотрите, этот на газу будет подниматься и его тащит вправо. Видите, тащит. А ну-ка это делает только на лебедке. Опасно. Странно работает мотор, звук странный. Да, подтраивает мотор. Не, без шансов. Так еще и лечь можно. Очень много тех сходов. Сейчас в гонке, я так понимаю, из 11 где-то всего машин 5, и то это максимум. Вот так. Вот это весь дым, это угарный газ. Это очень опасно в глубоких лужах. В том году в Волгодонске два пилота угорело, их откачивали. Скорая помощь. Вот тут в целом все едут. Мне интересно посмотреть, где лужи еще. Как они изменились. Нет, это не ват, не ват. Послушай, не заходи. Стой. Назад дай.
чуть правее Лебедиева. Так, тут проблемы со стартером. Ну-ка, на очередной круг. Не меня. А, не тебя? Да, газ, газ. Молодец. Да, да, да. Запомнить по фонарику желтому. Так и есть. Так, стартер, вот. Зачем мне стартер? А у вас не стартер? Шки съебался. А, ничего себе. Они гаечку со шкива потеряли. Я не знаю, она как будто отпрыгивает. Да, она просто такая, бах. Ошалеть. Так, первая лужа, которая шилка своим ходом. Пробили траекторию. И вторую лужу. А, Макс еще. Так, ну-ка, тоже своим ходом. Все без проблем. Там по камышам тоже проезжают, там просто дорога. Ну и у Макса какие-то проблемы. У него с зарядкой, со стартером стоит, в общем, это второй круг, по-моему, у него. Шилка. Шилка красивая. Ну, по моим подсчетам, на призовой идут. Ой, как. Нет, Саша, вниз. Вот, давай. Вот и резина. У Нургали немножко подстертая резина, и все, сразу проблемки. А может, траектория не та. А с другой стороны, молодец, что не рвется, потому что он, по-моему, всем привозит круг. Поэтому может себе позволить. Крепко прилип, дым в салон, но смотрят пацаны, чтоб не угорел. Тут Макс подъезжает на красной Ниве, причем очень хорошо идет. Отлично, очень много проехал. Стой! Через бампер посмотри.
Макс там помогает лебедку. Очень сильно, ну-ка, прилип. Очень сильно. Даже назад не сдергивает его. Выскочит. Там даже на лебедке не выскочит. Нургали выехал назад, отлебедился. Проблем. Я не знаю, куда он выезжает. Рулем не работает, поэтому стоит, хуже едет. Капец, мочак лютый. Ох, как Шевик хорошо разворачивается. Все, молодец. Бля, Шевик прикольный, тоже база длиннее, но вес больше.
какой-то был нехороший звук. Хороший рабочий якорь. Всех дымят. Аватара, кстати. Неплохо. Чё ты кайфуешь, Мишаня? Хоть как-то попробовать передать рельеф. Ну что, друзья, как всегда при свете моего искусственного света, то есть фонарика, записываю вам окончание этого видео первого дня со второго кубка чемпионата Краснодарского края. Было интересно. Итоги, конечно, не всех участников порадовали, потому что те, кто думали, что взяли первое место, ну, как всегда, это разборки, там, пенализации и так далее. Кто-то проехал 11 кругов. В общем, не все сложилось так, как хотелось, но, тем не менее, этап выдался удачный. Трасса, как всегда, павловская, очень кайфовая. Поэтому, я думаю, этап удался. Завтра ждем три самых мощных категории: туризм, спорт и экстрим. Там едет автовоз с котлетами. В общем, будет интересно. Заканчиваем это видео. А вы ждите, через недельку будет новое мощное видео с новыми участниками, с новыми крутыми машинами и с новыми грязевыми препятствиями. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно колокольчик, чтобы знать, получать уведомления про новые ролики. Всем удачи и пока.